Сегодня буду готовить кабачки, запеченные в духовке. Кабачки у меня из морозилки. Я замораживаю сразу кабачки, лук и укроп. Сильно кабачки размораживать не нужно. Вот здесь даже немножко видно еще лед. Приготовим заливку. Беру одно яйцо, добавляю 2 ложки столовой соевого соуса. Можете просто соль добавлять и другие специи, как вам хочется. И примерно 3 столовые ложки майонеза. Надо тщательно перемешать. Прямо в кабачки добавляем примерно 2 столовые ложки тертого сыра и заливку. Так. Все это надо перемешать, чтобы каждый кусочек оказался в соусе. Форму предварительно смазываем маслом и выкладываем кабачки. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полчаса. Вся водичка практически уже выпарилась. Сейчас нужно посыпать сверху тертым сыром и отправить еще в духовку минут на 10, может быть, чтобы сыр зарумянился. Все готово, можно накладывать. Вкуснятина получается, как в ресторане.